Друзья, всем привет! Сегодня обзор на вот этот интересный трактор. Хозяин трактора один из моих хороших друзей, и спасибо ему за предоставленную возможность снять обзор. Трактор переделан из обычного мотоблока МТЗ-05, очень простой по конструкции и, несмотря на свои маленькие размеры, выполняет практически всю работу по огороду. Пахота, культивация, работает с опрыскивателем, также работает с прицепами на транспорте. Мини-трактор переделан из обычного мотоблока МТЗ-05. Конструкция довольно простая. К мотоблоку приделана рама, установлен передний управляемый мост, рулевое управление. Также трактор оборудован гидросистемой. Двигатель стоит родной, УД-15, одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный. Также вся трансмиссия, сцепление, коробка передач, задний мост, все осталось с мотоблока. Насос установлен на ВОМ трактора. Ну и все по-простому. Рычаг блокировки, рычаги коробки передач, педаль сцепления, подача топлива, педаль тормоза, рычаг управления навеской. Довольно простая, но интересная конструкция тормозов трактора. Колодки с накладками прижимаются к колесам, что позволяет остановить трактор даже с груженным прицепом, учитывая его небольшую скорость. Все скоростные характеристики остались, как и у мотоблоки.
Вот такое видео на сегодня. Всем огромное спасибо за просмотры. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи и до новых встреч!